Йогеньки, Кельсфер с вами. На экране у нас, пожалуйста, бумажки. В предыдущей серии мы остановились на этом, где мы уже слышали и читали этот диалог. Вы шпион, шпигун. Посредники в течение одного может нанести визит. Министерство въезда предложило свою услугу в качестве посредника в течение дня. Ни хера не понял. Чиновник, арстатский шпион. Хуйня какая-то. Да я знаю, давай катись уже отсюда. О, 5 кредитов. Так, надеюсь, с таким экранчиком получше станет. Ну, я типа растянул картинку. Надеюсь, вам так лучше. Так. Сразу проверка наебала. Тебя просрок. Но это сразу арест. Бля, жаль, арестовать нельзя. Бабу эту. Так, мне надо еще как-то в этой хуйне разобраться. На 60 дней. Так, мужчина. Ты, блядь, как-то вообще-то опоздал на пару месяцев. Значит, до свидос. И я говорю тебе, до свидос. Так, спрячьте получше. За мной идет агент. Требует документ, дайте им вот этот, не перепутайте. Дать им вот этот. Брачное поведение мелкой каличанской дичи. А тут что? Ну, одинаково. Значит, это мы сделаем вот так вот. Так. Ты сюда зачем пришла? Жинка. Окей. Ну ладно, катись отсюда. Печатка нормальная, нормальная. Хух. Жерман Себастьян.
Ну, смотри, вроде нормально. А, не, нихуя не нормально, блять. Педрило. А, нормально. Катись тогда отсюда. Хули ты вообще сюда пришел? Нормально, нормально. Нормалин, нормалин. Ваши документы, чел. А, отлично. Кэш дали. Хуясь. Спрячу, чтоб не спиздили. Сколько? Ты в гости. Да, блять, полегче сказать нельзя. Я на 2 месяца. Я на 1/6 года. Не знаю, блядь. На 8 недель. Лессеранди, блядь. Я такой город что-то не особо припоминаю. Так... Отлично, катись отсюда. Ай, смотри, мне что без ошибочек. Красавчик. Я в тебе не сомневался. Ты чё пушила? Редиска. Да, пожалуйста, блядь. Давай, катись. Бля, хорошо день идет. Ух ты, какой задротик. Ты, блядь, на новый ли отсюда? Досмотр. Женщина, блядь. Ну ладно. Проезжай. Говнюк. Отлично. Ой, ко мне идет Стовар Стоцким. Давай быстрее, блять, начальник, сука, идет он, Улиткин, блять. Вы здесь инспектор. Значит, я за вас в ответе. Количество полученных замечаний 10. Похоже, доверять Сатаре было ошибкой. Надеюсь, это вас вдохновит. Повести это на стене и вернусь через 10 дней. Только попробуйте меня позорить. Слова Стостоцки. Блять, какой-то. Так, блять, что там?
Транзит пару дней. Пару дней транзитом. Окей. Город не проверил, ладно, похуй. А, отлично. Транзитом. Насколько? Ну ты на кого там похож, прям такого. Да, ты красавчик получается. Арор Ленвич. Проходи. Дедок, ты чё? Ты паспорт забыл предоставить. Давай, катись. Нет! Я не уйду! Опа, первые 5 бабок. Сейчас позвоните к ним в тигра, у меня есть закон о праве, я хотел думать, а что тигры не шутят? Хуа! Въебали ему. Гнев тигра мы не познали. Следующий. Шесть месяцев рыболовства. Outer Grounds. Ну, вроде нормально. Падва. Имя не то. Сука. Что ж я сначала имя, блядь, не проверяю? Почему я паспорт сначала... Ух, ебать ты уродка, нахуй. Юрка, блядь, на 2 месяца. Фу, блядь, можно её сюда не впускать, блядь? Падла, у тебя же все нормально, да? В смысле, блядь, Георгиевич Аркадий? Сука, ну ты тварь, блядь. Найс. Опа. Здорово. Наши люди готовы, начинаем завтра. Стефани Грарджи и Михаил Саратов. Степхани Дарзовская Стефани. Сука. Там же. Ах ты тварь, блядь. Куда, блядь, ты, сука, сука, с паспортом таким? А чепятка у тебя на башке. Пошла отсюда.
следующий. Я першу верстоцку на ПМЖ. Так, ведро Каличанское. У тебя паспорт не такой. Арест, отлично, 10 бабок уже у меня. Пройдемте. Здорово, бугай. Лессер нуди. Ты, блядь, кто такой? Изи, пятнашка баков. Найс, найс. Повезло, повезло. Пятнашка бумажек уже, хорош. Парадизианская, это жопа, блядь. Блять, я забыл имена смотреть, сука. А, блять, дата рождения надо проверять еще. Я, сука, не проверил. А, тварь, да, чужое фото еще. Ах, ты, сука, гнида. Тварь. Так, сын здоров. Жена болеет. Надо, короче, умертвить жену и тещу. Декабрь 3, 1982. Что-то написано было, ничего важного не пропало, но разведка сообщает, что преступники уже начали подделывать официальные документы Арстоцки. Продолжение следует. Обязательно убедитесь, что в документах поставлены действительные печати. Проверяйте отсутствие. Сука, что это, блядь, за печать такая? А, тварь, тварь, что ты, блядь, приехала сюда, сука? Что это, блядь, за печатка? Ты ж, сука, а? Арест. Двадцатку уже срубил. Двадцатку в АВХе. Нормально, нормально. Так и прём. О, Джорджи Костава! Чё, правда? Получится. Скал, бумажка. Бумажка хорошая. И на паспорте ты. О, сука. Цель твоего визита какая? Сука, что значит совпадают? У него нет транзит 14 дней. Привет, друг. Вот все, получил. Смотри. Почему ты, блядь?
Ну нет. Падло, ладно, приезжай. Ну отлично, ты лучше всех. Арстоцкая лучшая страна, вот возьми. Че это за? Я монетку проебал. Ну и ладно. Блять, я все проебал. А нет, не все. Лес Ренади. Окей, проезжай. Че ты сказал? Кое-кого ты мне напоминаешь. Давай катись отсюда. Ой, нормально, повезло, повезло. Опа. Доброе утро. Ты задержал 4. Вот твои. Премия неплохая, пальцы тут слишком мало. Да, я знаю. У меня жена, болеет, сосед всех гриппом заразил. Сколько осталось, я на лекарство все потратил. В следующий раз отдам остальное. Ты задержал больше, всем будет легче. Нихера не понял, но допустим понял. Ты задерживай больше. Всем будет легче. Кариста. Я про такой город и не слышал. О, а ты хуйню какую-то мне даешь. Арестовано. Мне его не дали. Ай, блядь, я не пропустил этого ублюдка. Это, блядь, я только подумал. А, сука, тварь, что ж ты мне раньше не сказал? Тварь. Катись отсюда. А, что? Падла. Ладно. Расслабил жопу, и вот, пожалуйста. А, ну что такое? С этими печатками ебаными заебали. Так, первому агенту отказ через 3 дня, прибудет второй, не повторяйте свою ошибку, сорян. Сорян. Все отлично.
Ох ты. Блять, если я возьму... По сути, это как бы как советское время что-то. Если я возьму, то мне же пизда. Ну, типа, там все друг на друга стучат. И, блядь, если кто-то спалит, что у меня деньги появились, мне же пизды дадут. Сука, это очень сложно. Так, у меня 15 баксов. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Всех люблю и обнимаю. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока. А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь.